А как мы их назовем? Сеня. И Веня. Роман. Катя. Очень приятно. Убедительная просьба. Не продавайтесь. Продадут. Нет. Мы им сейчас отметину поставим. Давай сюда. Раз крестик. Два крестика. Ты за мной ходишь. Почему? Ты маленькая. Вдруг обидят. Дам сдачи. А когда ты обратил на меня внимание? Когда мы молились фонарному столбу. Все на коленях в шутку. А ты по-настоящему. Ну да. Я тоже в шутку. Ну, а потом... Ну, а потом ты с умным видом говорила всякие глупости. Рассуждала о родных букашках. Хвасталась эрудицией. И даже в монгольское иго залезла. Да просто так. Ну да. Умничала. Вот поэтому я и решил назвать тебя монголкой. Как?